Девчонки, всем привет! На заднем фоне у меня болтает малыш, скоро он придет мне помогать, потому что видео я снимаю, очень долгожданное многими, игрушки. Моему сыну Демиду 2 годика, и у него есть любимые игрушки, какие-то более, какие-то менее, я вам сейчас покажу и расскажу. Я скооперировалась с другими мамочками-блогерами, и поэтому снимаю это видео не одна. Обязательно переходите по ссылочкам ниже и смотрите их видео. Итак, поехали! Игрушки у нас находятся везде. Тут для улицы, для двора. В гараже в коляске. Игрушки для улицы, для песочницы. Игрушки на первом этаже. Мешок с игрушками на втором этаже. И 2 корзины с игрушками. Еще. Из всех этих игрушек я выбрала самые любимые и разделила их на 2 категории. Одна это развлекательный и вторая развивающий. А кукольный театр относится не только к развивающим и развлекательным, но еще и познавательным. У нас очень много таких животных, и вечерами мы собираемся и делаем кукольный театр. Но используем не только эти игрушки как кукольный театр, но и в прятки играем. То есть я говорю, Дема, давай поищем волка. И волк убегает, и Дема бежит за ним и ищет волка или любую другую животину. В общем, как-то так, и очень нравится, особенно когда было лето, было тепло, и в кустах прятались вот такие вот животные. Дема хохотал, бегал их, искал. А потом животное нападало и кричало «Я тебя съем!» И Дема вот так же хохотал и убегал. То есть очень прикольно. Обратите внимание, что кукольный театр можно использовать вообще по-разному. А мама молодец, а мама молодец. Аплодисменты. Демиду очень нравятся музыкальные инструменты. Вот это вот самое любимое. Это нам подарила кума, и он очень часто с ней играет. Ну, раз в день 100% он сидит и просто вот клацает, клацает и клацает. Есть такая игра домино. Домино с животными. И скажу честно, что он еще не совсем понимает, как правильно в нее играть, но я стараюсь ему рассказывать, показывать, и уже начинает понимать, что слоника надо класть к слонику. К развивающим хочу еще отнести вот такую вот доску. Ника только начала его раскрашивать. Демка безумно любит буквы. И Ника его учит, я его стараюсь тоже учить. Он уже знает многие буквы. Вот он тут уже художеством занимался. Можно их раскрашивать. Вот Ника делала это фломастером, можно делать это красками. В принципе, всем чем угодно. Фирма Эмби, я уже во влоге показывала. И помимо букв, ему еще безумно нравятся цифры. Он может 30-40 минут играть с этой игрушкой. Как? Он просто высыпает эти цифры и пытается их сложить на место. Мы, конечно, учим цифры, но сейчас ему вот именно сам процесс, чтобы поскладывать это все по местам. Особенно кашлять начал. Особенно вот когда 2 кружочка, то есть это деление, у него не всегда получается попасть, и вот он начинает злиться, короче, но занимает его это надолго. Поэтому очень тоже классная, развивающая и развлекательная, наверное, игрушка. А эту нам подарила бабушка, и тоже ему очень нравится. То есть здесь можно писать и вот так вот она стирается. И опять он пишет, и опять стирает. Вот такой вот мишка развивает мелкую моторику. И это шнурок и дырявый мишка. То есть, в принципе, такую игру можно найти где угодно. Я люблю очень деревянные игрушки, и тем более вот такого плана. И ребенку нравится. Вот такой вот лабиринт, он очень хорош для мелкой моторики, и что мне нравится, то что Дема может на 10 минут просто вот зависнуть и вот перебирать их с одного места, перекладывать в другое. Было пару раз, конечно, что он психовал, хотел перевести, оно не получалось, он что-то нервничал, но все равно сидел, старался и играл. Поэтому я за такие игрушки, кстати, она тоже деревянная. Мой ребенок очень любит книги. В принципе, вы можете увидеть, вот у нас тут есть книжная полка. Есть книги, которые я ему просто читаю, и он их слушает, а есть, с которыми он играет. Играет и как будто бы сам читает. Вот, например, такая, как «Колобок». Она вот раскрывается, тут мы и читаем, и он пальцами тычет, рассказывает мне сказку про колобка. Есть вот такие вот книги на разную тематику, времена года, игрушки. Здесь я ему даю задание, говорю, найди мне там такую-то игрушку, он находит.
или такое-то время года, там зима, там есть снеговик и тому подобное. Также вот мы любим мумитроликов, и есть такие книжки, которые можно использовать в ванной, они меняют цвет. Эту книжку он очень любил, когда был поменьше, сейчас он просто поет песенку, то есть включает к ней, относится очень спокойно, но песенку поет. Вот, поэтому, в принципе, я считаю, что вот эти вот музыкальные игрушки деткам дают очень много, то есть развивают их музыкальный слух. Также есть вот такие вот книги, которые он тоже очень любит, здесь с наклейками. Мы отклеиваем наклеечку и начинаем искать, куда же ее надо приклеить. Вот, он любит приклеивать, очень любит. И вот есть такие книжки с наклейками, деткам они очень полезны. Кубики тоже очень любит мой малыш, и есть кубики разные, он обожает их складывать, он складывает один на один, потом как башню их разрушает. Он очень любит деревянные кубики, они очень тяжелые, и время от времени он может их запустить, ну, куда угодно. Пару раз пролетела мимо телевизора, я набивала себе уже шишки, то есть он мне их набивал с помощью кубиков, просто вот запулил, если ты не увернулся, то сам виноват. Поэтому я стараюсь сейчас эти игрушки прятать, но ему вот именно нравятся деревянные. К таким игрушкам в плане кубиков, да, он относится очень спокойно к мягким, но иногда мы их используем, когда играем в войнушки, как бомбочки. Они мягкие, их можно вот так вот просто бросать друг друга. Вот любит он кубики, для чего, я уже говорила, да, чтобы складывать и строить башни. Также мы из кубиков можем сделать сказку. Ну, сказку мы не особо делаем, мы просто их строим. И я говорю, что кубики есть разные, то есть, в принципе, вы выбираете то, что любит ваш ребенок, ну, пожалуйста, выбирайте безопасный, потому что у меня было очень много шишек вот из-за вот этих вот тяжелых кубиков. Купаемся мы в основном с животными. У нас их много, и они разные. И я стараюсь покупать такие, чтобы они были цельные, и никуда не затекала вода. Потом, чтобы не прело, не воняло, и вообще это как бы не очень хорошо. Поэтому такие вот животные у нас в ванной используются просто на ура. Демид очень любит пластилин, мы используем Play-Doh. Он может часами с ним играть, он раскатывает, тракторами по нему ездит, просто его крошит, что-то мы строим, лепим. Особенно, когда мы делаем это все вместе, он просто в восторге. Хохочет, и когда получается собачка или кошечка, и вот он на делай, то есть отдает в наши руки пластилин, чтобы мы лепили ему разных животных. Ну и, наверное, как каждый мальчик, Демид любит машинки. Я тут собрала самые любимые его машинки. Они тут есть разнообразные. Есть вот от Play-Doh, есть на пульте управления, пожарные машинки, маленькие, танчики, большие. В общем, разные-разные. Но самые его любимые, это вот, наверное, самые недорогие. Мы покупаем их в Ашане. Они стоят недорого, но они классно ездят, и они почти неубиваемые. То есть он их швыряет, бросает, и вот нормально. Очень любит, чтобы был прицеп. Вот обожает, чтобы можно было прицепить именно прицеп. Самая, наверное, любимая, кстати, трактора. Трактор – это любимая техника его. Мы смотрим мультики про трактор, мы покупаем машинки, трактор. И он сам говорит: трактор, 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 и вот только трактор. По прицепам обязательно, чтобы был прицеп. Вот очень нравится. И желательно, чтобы в прицепе тоже кто-то жил. У нас тут лошадки, он иногда ее достает, туда людей сажает, ну, игрушки разные, животных других, и играется. Тоже может, в принципе, довольно долго играться. Любит очень вот этот вот трактор, он поет песенку. И эту песенку он поет постоянно. Вот. Где-то тут еще потерялись. Ну, как потерялись, где-то в игрушках. Я тут быстренько решила вам заснять видео и собрала самое-самое, что он, с чем он любит играть. Очень спокойно относится к мягким игрушкам. Прям совсем спокойно. Замолчи. Очень спокойно. А я почему-то очень люблю мягкие игрушки, наверное, потому что я девочка. Вот. И у нас их очень много, и когда нам
говорят, что подарить, я говорю, дарите все что угодно, только не дарите мягкие игрушки, потому что еще от Ники остались. Для меня это просто пылесборники. Также у нас есть коробочка-развивашка, я ее так называю. Это коробочка от Avon ко мне приходила, и я ее вот так вот использую. Очень удобно, она на магнитике. Здесь из дерева морские животные, фирма Эмби. Мы еще не раскрашивали, вот просто учим морские животные. Ну и как пазл складываем, тоже очень Демке нравится. Страны учим, цифры, буквы, и вот у нас тут все. Тут он что-то не хочет пока эрудитом заниматься. Тут написано 3-6 лет, но как-то не знаю. Попробовала, ну как-то пока не идет. Но я отложила, думаю, не буду ребенка насиловать. Также тут есть разные картинки, что-то мы учим, что-то не хочет учить. Вот, например, морской мир, он как-то спокойно к нему относится, их разбрасывает, не хочет. А вот такой вот как цвета, вот корабль, то есть то, что ему интересно, мы учим. И тут есть буковки, вот так вот все складываю. Тут можно, кстати, эмоции учить. Вот я стараюсь с Демкой, когда занимаюсь, и когда он, например, на меня обиделся, он уже обижается, и я ему говорю, ты обижен, для того, чтобы он понимал свои чувства, потому что он может не понять. Также, когда он злится, я говорю, ты злишься. Ну, то есть учу его эмоции. Вот такая коробочка у нас тоже есть, и не знаю, не как игрушка, но в любом случае хотела вам показать такие вот развивающие карточки. Я постаралась кратко, быстро, лаконично показать вам наши любимые игрушки. Я надеюсь, что что-то полезное вы для себя вынесли для своих деток. Обязательно в комментарии пишите любимые игрушки своих детей, будет интересно почитать. Мне бы хотела узнать, может быть, я что-то пропустила. Конечно же, хочется что-то новое для ребенка все время, не только развлекательное, но и полезное. Поэтому пишите в комментарии, буду очень ждать. И не забудьте заглянуть в инфобокс, там ссылочки на видео девочек. Все, ваша Запорожская. Всех люблю, целую. Здоровья малышам и пока-пока.